Привет, друзья! Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВВС России нанес удар по украинскому мосту через реку Судость Черниговской области. Как сообщается, удар был нанесен из-за того, что диверсионные группы украинской армии использовали мост через реку Судость, недалеко от села Гремяч, для проникновения на территорию Брянской области России. Предположительно, для удара использовалась модернизированная планирующая бомба ФАП-500М62. Высота сброса этих бомб от 570 метров до 12 километров. При скорости полета до 1900 км в час. Радиус пораженной бомбы до 250 метров.